Рейтинги партий накануне выборов в Европарламент становятся еще актуальнее. И пока АДГ теряет в популярности, популярность набирает партия «Зеленых». И в мае в Брюсселе может получить рекордное количество мест в Европейском парламенте. А пока что побит рекорд Германии. За последние месяцы к «Зеленым» примкнули 10 тысяч новых членов. С даты основания партии в ее ряды не вступало так много немцев за столь короткий срок. Сейчас в Германии 75 тысяч приверженцев зеленой политики. Самая многочисленная партия по-прежнему это СДПГ. У нее 440 тысяч членов ее партии. И, кстати, они тоже побили рекорд или антирекорд, будет правильнее сказать. За прошлый год после формирования большой коалиции из партии вышли несколько тысяч человек. И многие из них вступили в ряды зеленых. Чуть меньше членов в ХДС – 425 тысяч, в ХСС – 141 тысяча и меньше всего приверженцев у партии АДГ – 30 тысяч. В восточных землях, где как раз традиционно сильны позиции АДГ, сейчас настоящий зеленый бум. Число членов партии здесь выросло аж на 20%. Если не брать в счет Берлин, то и на выборах в Саксонии, Бранденбурге, Тюрингии и так далее зеленые набирали значительно меньше, чем на западе страны. А вот наблюдая за успехами оппозиционной партии, Аннегрет Крамп-Каренбауэр не исключила, что оппозицию можно было бы легко взять в правящую коалицию. АКК и Катрин Гёринг-Эккарт, ее длинное имя уже тоже можно официально сокращать, КГЭ, дали совместное интервью газете «Bild am Sonntag». Вместе они смотрятся вполне гармонично. Вот на этом фото они даже улыбаются, и АКК одела зеленый пиджак, хотя в интервью сказала, что это просто совпадение. Как отмечает Bild, сложно себе представить двух политиков с настолько разным бэкграундом, а как с самого что ни на есть Запада, предана консервативным традициям и до мозга костей католичка. А вот КГЭ – протестантка из восточной Тюрингии, и левые идеи ей куда ближе. Но в одном они точно едины – женщин в политике должно быть больше, считает Крамп-Каренбауэр и Гёринг-Эккарт. Гармоничной могла бы получиться черно-зеленая коалиция, поэтому. Мы прекрасно понимаем друг друга. Мы живем во времена, когда уже нет каких-то предписаний по поводу партнеров по коалиции, поэтому нам надо быть готовыми к любым переговорам. С политической точки зрения, зеленые и Союз далеки друг от друга, дальше, чем Союз и СДПГ. Но это может пойти на пользу стране, это поспособствует ее сплоченности. Тогда наши граждане увидят, эти партии способны в чем-то согласиться друг с другом, значит, и в стране все будет лучше работать.